Ну что ж, Кристиан, у меня для тебя не особо хорошие новости. Каждый день эта болезнь поедает меня изнутри. А я понимаю, что ничего не могу с этим сделать. Да, здравствуйте. Господин Миллер, вас беспокоит сам кандидат нотариуса. Может, мой родной дядя Рэй Джефферсон оставил мне некое наследство? Крис, ты не переживай. Все отлично. С каждым днем мне все хуже и хуже. И это сознание того, что я скоро умру, становится еще хуже. И ты еще тут со своими дебильными словами. Молодые люди, вы могли бы обсуждать свои проблемы в менее людном месте? Крис, я не хотел. Отвали! Прости, Крис, ты не доживешь до 18.